Партию азербайджанских кроликов не пропустили в Дагестан. В салоне и багаже автомобиля гражданин соседнего государства пытался незаконно провести 15 грызунов. Контрабандный живой груз был выявлен госинспекторами Россельхознадзора на пропуске Ярак-Казмаляр. Владелец привозил их без документов, подтверждающих проведение профилактических осмотров, вакцинации, а также отсутствие у них каких-либо заболеваний. Отсутствие документов является основанием полагать, что животные могут представлять потенциальную опасность не только для своего рода, но и для человека. По этой причине госинспекторами Россельхознадзора принято решение о запрете их ввоза на территорию России.